Весна идет, весне дорогу. Всем привет! В эфире Афиша, с вами Анна Троян. В этом выпуске: как встретить весну во всеоружии и как посластить свою жизнь законно на Масленицу, сейчас расскажу. Как ближайший уикенд запомнится нам приходом не только весны красной, но и яркой масленицей, пришла пора вспомнить традиции русские народные. В космополисе своими руками создадим куклу-оберег. А она, по всем поверьям, способна защитить ваш дом. Целый год будет защищать от невзгод, а потом в масленицу необходимо ее сжечь вместе с большим чучелом. Таким образом, из вашего дома точно уйдут все беды. Ну и не забываем, проводы зимы – это все-таки история про вкусные блины. По этому поводу в орбите везде медом намазано. В каждом заведении всю масленичную неделю невероятные блины по авторским рецептам. Ой, как вкусно! В эти шикарные выходные широко погуляют во всем округе. И даже если масленицу вы отмечали каждый день, приходите поставить жирную точку в этом вкусном деле. Народные гуляния пройдут во всех парках. Большая фольклорная концертная программа, огромная масленичная ярмарка, мастер-классы, катание на лошадках. Да, и вкусно будет всем. Угостят блинами. Для самых смелых тематические богатырские конкурсы. А в завершении раз, два, три, чучело гори! Друзья, такой праздник нельзя пропустить! Культурную программу в преддверии красочных торжеств для нас подготовил Томилинский театр «Чердак». В пятницу кукольный спектакль «Емеля» по мотивам русской народной сказки понравится как юным зрителям, так и их родителям. А в субботу премьера, постановка с пометкой 18+. «Дорогая моя, я умру без тебя». Драматическая история о неразделенной любви и раздвоении личности. Спектакль – отличный повод провести время спокойно и с пользой для себя. На этом наш выпуск подошел к концу. Настраивайтесь на сытые и теплые выходные. Всем солнечного тепла! Пока-пока!